Так вот начинаются наши приключения. Сначала надо встать в 3 часа ночи, чтобы потом твой вылет перенесли на 2 часа. На 9 утра, уточняй. На 9 утра, на 2 часа позже. Ага. Сначала перенесли вылет, потом перенесли стойку регистрации, потом перенесли еще раз стойку регистрации, потом еще раз перенесли стойку регистрации, теперь перенесли гейт. What's next? Мы полетим на разных самолетах. Ладно, пойду за бутерброды. Да. Точно есть где, поесть и вкусно. Не, я не против, кстати, съездить в Цединию, потом вернуться. Но, блин, Торма-то с нами. Тем, как туда идти, надо оставить послание. Там туннель на 500 метров. Вдруг мы не вернемся. Да ладно, идем. Ну, если что, я вас всех люблю. Фен, грибы, шишки, теляги. Перепарковались, пока парковались, уже пора ехать обратно. Скажешь нам на камеру.
Мы держим путь в Цитине. Цитине, а потом, скорее всего, в Ловчин. И не скорее всего, в Ловчин. Привет, горная Черногория. Ну что, будем искать какие-то карманы для фотографий? Конечно. Потому что первую часть дороги до Будвы мы уже одолели. Там сейчас... ничего интересного. Да, это каждый день. Почти. А теперь пошло самое интересное. Мы остановились в кармане пофоткать. Карман получился, в принципе, такой себе, не очень живописный. Но тут больше пугает другое. Вот те горы, в которые мы сейчас едем... Да не пугает, это круто. Те горы, в которые мы сейчас едем, то есть где-то примерно вот те. Вот туда, где-то там. Они все затянуты тучами. Черными тучами. А мы забыли дождевики. Я думаю, может, Цитине еще кое-как, а вот Ловчин может быть очень интересен. Я думаю, что пока мы будем здесь, Ловчин польет. Мы приедем в Цитине, успеем поесть, начнет капать в Цитине, мы сядем в машину, поедем, и уже в Ловчине у нас будет солнышко, а туча переместится в Цитине. Все запланировано. Да, все верно. Мы приехали в Цитине, в город без машин. На самом деле очень специфический город. Он такой уютненький, маленький, и машин. Раха. Раха. Машин в нем одновременно много и одновременно мало. По крайней мере, есть здесь замечательная улочка, на которой нету машин. В принципе, кстати, вот она вот там вот находится, пешеходная. Я думаю, мы туда и пойдем. В общем, программа минимум. Что надо сделать, когда приехал в Цитине? Найти хорошее заведение для своих, где можно поесть. Кстати, да. Цены. Цены в Цитине, в принципе, чуть ниже, чем во всей остальной Черногории. А меня там видно на этой камере или не знаю. Кусочек? Может быть, давай тебя покажем немножко. Все как всегда, места в Ловчине нету для парковки, поэтому мы так ненавязчиво пихнулись вот в эту вот нычку
И потопаем наверх пешком, тут на самом деле осталось метров 200. Одолеваем наш последний подъем. Мы уже научены опытом, подготовились, теплых вещей набрали. Все, да, штатив взяли, носки забыли. А ну покажись, Кузя. Та-дам! Ладно, увидимся наверху. Радостно объявляем, что Ловчин останется в наших сердцах надолго. По крайней мере, пока мы не отогрелись, он там останется надолго. Провести кучу времени, кучу всего наснимать. И теперь выпетлять. Опять замерзнуть? Опять замерзнуть, как всегда. Выпетлять отсюда. Ну хоть не удобно. Все, бежим. В машине едем домой.